Добрый вечер всем. Сегодня дата не изменилась, сегодня 8 число. Все помнят, сегодня с утра была беда с пляжем, с морем. Зеленое, все некрасивое. Блин, вообще честно, настроение портилось. Сейчас, конечно, уже вечер, жара спала. В общем, опять показываю тот же пляж. То есть не обманываю ничего, смотрим на воду. Потом плавают палочки, появилось течение, тину все унесло. Все красиво, классно. Сейчас только что отснял закат. Классные сегодня фотки получились, потому что облачков не было, чистое небо. Тоже как бы, когда есть разнообразие, одно и то же надоедает. Тут несколько дней были с облаками фотки, они надоели. Теперь было чистое небо. Кажется, гораздо красивее, чем с облаками, и наоборот. Ну, то есть, можно идти километр, то есть, пути, вода везде сейчас чистая. Метет только вот мусор какой-то, наверное, откуда-то тоже с пляжа, с каменного тянет его. Там веточки какие-то такие, длинные водоросли. То есть, ну вот сколько я прошел, опять покажу к воде. Опять все как бы чисто, ничего нет, никакой тины. Обожаю вечера, как бы у нас на закате. Солнышка уже нету, тихо, спокойно, ветра нету. Море шумит, люди гуляют, отдыхают. Сейчас тоже буду собираться домой. Такая вот красота для вас сегодня под вечером. Тех, кто уже был, вспоминайте. Тех, кто еще не приехал, ждите, кайфуйте от увиденного. По поводу фотосессии. Все закаты до 6 сентября сейчас заняты. Звонить за них, спрашивать нету никакого смысла. Есть дневные красивые утренние съемочки. Вы сможете, если интересует, только на них. Все, всем до свидания. До завтра. Пока-пока.